Привет, друзья! Это проект «Русская Америка». Я сейчас нахожусь в мастерской художника. Зовут девушку Галина. Сейчас она в двух словах расскажет о своем творчестве. Она живет в США, в Нью-Джерси. Уже в Нью-Йорке. Жила в Нью-Джерси, да? Галик, вот ты 4, да, уже года в США? Или сколько? Нет, здравствуйте, 2 года. Два года. Прибавил. И ты как бы рисуешь, это твое творчество просто или что? Да, я открыла бизнес в Нью-Джерси. Парикмахера, и put, like outside я занимаюсь творчеством. Мне очень нравится. И занимаюсь творчеством примерно где-то 3 года. Ты с Украины же, да? С Украины. И в Украине ты начала рисовать, да? Начала рисовать в Украине очень давно, еще когда маленькая была, потом забросила. И вот начала рисовать опять. Ты говоришь, 3 года именно вот уже профессиональным занимаешься. То есть уже рисуешь для продажи картины, да? Рисую для продажи. Угу. Да, вот скоро будет выставка 22 ноября. Угу. В Нью-Джерси тоже. Потом могу сказать, какое место, где именно. Можете прийти. Давайте я сейчас картины покажу. Посмотреть. Рисую акрилом. Ну и сколько вот времени, вот эта большая, допустим, картина, сколько времени занимает ее нарисовать? Большая картина заняла где-то 1.5 дня. Так быстро? Да. Ну я рисовала по 5 часов в день примерно. Вот эта картина 6 часов нон-стоп. Не переставала. У тебя такой модерн стиль. Ну, стиль, не знаю. Вот эта картина с цветком мне приснилась. Я проснулась утром, и я поняла, что я буду рисовать. Это твоя подпись, да, здесь? Да, есть подпись. Что-то написано? Это дата. Нет, там Галина, да? Да? Галина, окей. Ты просто Галина подписываешься. Да. Окей, я тогда, когда будет выставка, под линком, под видео сделаю линк и напишу. Добро. Вот, а сколько стоит? Цены есть или еще нет? Цен еще нет. Ты перед выставкой решишь? Это будет секрет. Понятно, хорошо. Ладно, спасибо тебе большое.